Вести Карачаево-Черкесия. В студии Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о наиболее заметных темах. В Карачаевске полным ходом продолжается реконструкция стадиона «Саулук». Со следующего года квитанции ЖКХ можно будет получить на портале госуслуги. Команда школьников в Карачаево-Черкесии борется за звание «Лучший» на просветительских играх в Москве. И в ауле Хабес прошла выставка «Выводка лошадей кабардинской породы Шагди-2022». В Ставрополе состоялась стратегическая сессия по вопросу развития среднего профессионального образования в Северокавказском федеральном округе до 2030 года с участием представителей Минэкономразвития России, Акционерного общества «Кавказ.РФ», автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив» и представителей органов исполнительной власти субъектов страны, входящих в состав СКФО. Карачаево-Черкесию представили заместитель министра образования и науки Республики Заира Карасова, а также начальник отдела среднего профессионального и высшего образования, науки и связи с общественностью Али Миримкулов и директор индустриально-технического колледжа Ахмат Байрамуков. В рамках сессии провели анализ проблем, которые не позволяют полноценно реализовываться в системе среднего профессионального образования в Северокавказском федеральном округе. Сотрудники Министерства промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесии в режиме видеоконференц-связи приняли участие в совещании с представителями российских и белорусских регионов и предприятий. Обсуждались вопросы определения потребностей компаний субъектов России и Беларуси в продукции двух стран, а также проблемы, возникающие при взаимодействии деловых кругов обеих государств. Заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта Республики Юмрана Тиунаева в своем выступлении затронула вопрос повышения отпускной цены белорусской пряжи и предложила рассмотреть возможность ее снижения в рамках контракта с единым оператором от Карачаево-Черкесии или перейти на безвалютные операции. Она также предложила открыть на территории нашего региона представительство белорусских производителей пряжи и химволокна. Подобные меры способствовали бы взаимовыгодному сотрудничеству предприятий Карачаево-Черкесии и Беларуси. Для Карачаево-Черкесии будет разработана аналитическая платформа. Региональное правительство совместно со Сбербанком разрабатывает аналитическую платформу оперативного мониторинга и анализа финансового и социально-экономического развития республики и муниципальных образований для поддержки и принятия управленческих решений. На совещании в формате видеоконференц-связи состоялась презентация автоматизированной системы «Навигатор», на базе которой будет и создана платформа. В ней, в частности, будет аккумулироваться оперативная информация, которая позволит быстрее реагировать на различные чрезвычайные ситуации, а также отслеживать и оценивать общую социально-экономическую ситуацию в регионе. В Карачаевске полным ходом продолжается реконструкция стадиона «Саулук». А в настоящее время на объекте демонтирована восточная трибуна и обустроено под ней пространство. Далее будут реконструированы все трибуны, лестничные сходы и само футбольное поле площадью почти 4000 квадратных метров с беговыми дорожками, для основания которого уже завершены земляные работы. Кроме того, предусмотрено новое прорезиненное покрытие, а обходная зона поля будет выложена тротуарной брусчаткой. На территории стадиона будет установлено освещение. Для жителей и гостей города планируется организовать досуг. Площадки для воркаута и уличные тренажеры для людей преклонного возраста. Для маломобильных групп населения предусмотрены пандусы. Со следующего года квитанции ЖКХ можно будет получить на портале госуслуги. Об этом сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Алексей Ересько. Сейчас граждане также могут получать их в электронной форме, но только в системе ГИС ЖКХ. Изменить способ доставки можно с согласия потребителя. Получить платежный документ также можно на электронную почту и через мобильные приложения поставщиков этих услуг. Жители Карачаево-Черкесии могут сами определить список территорий, которые, по их мнению, в первую очередь нуждаются в благоустройстве. Для этого достаточно зайти на платформу загородсреда.ру и отдать голос за объект в рейтинговом голосовании. Подробности у заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Зульфиры Батчаевой.
По городу Черкесску мы на следующий год будем отбирать вот из двух одну территорию. Это либо аллея под Аватара, либо лестничный спуск на Зеленый остров. По городу Карачаевску отбираем дизайн-проект улицы Мира. По городу Уйджигута будут выбираться из двух скверов один, либо по Морозово, либо по Первомайской. Вот два сквера выставлены. Тоже посмотрим, за какой из них жители будут отдавать свои голоса. И в Медногорском детский парк по Парковой улице и также аллея по улице Бардина. Бывший начальник главного управления Карачаева-Черкесии по тарифам и ценам подозревается в превышении должностных полномочий. Подробности у начальника пресс-службы Главного управления МВД России по Северокавказскому федеральному округу полковника внутренней службы Людмилы Бойниковой. Сотрудниками 3-й оперативно-розыскной части Главного управления МВД России по Северокавказскому федеральному округу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что бывший начальник Главного управления Карачаево-Черкесской республики по тарифам и ценам в период с 2012 по 2018 год превысил свои должностные полномочия и подписал ряд постановлений об установлении завышенных тарифов на услуги по передаче электрической энергии и мощности по региональным сетям республики. Указанные действия привели к необоснованному увеличению валовой выручки акционерного общества «Распределительная сетевая компания» и завышению тарифов для населения Карачаево-Черкесской республики на услуги по передаче электроэнергии. В результате потребителям был нанесен ущерб на сумму более 634 миллионов рублей. Следственной частью Следственного управления МВД по Карачаево-Черкесской республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий». Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Сразу несколько жителей республики стали жертвами мошенников. 26-летняя жительница Черкесска рассказала, что разместила объявление в сети интернет о продаже принадлежащих ей золотых изделий. Ей позвонил неизвестный и сообщил о своем намерении купить их. Звонивший предложил для надежности заключаемой сделки пройти по ссылке в сети интернет и осуществить залог денег равной сумме его покупок. Далее мошенник убедил потерпевшую, что после внесения залога приедет курьер, которому необходимо будет передать золотые украшения, после чего ей поступит оплата, а также вернется залоговая сумма. Доверившись, потерпевшая осуществила транзакцию по указанной ссылке в размере 37 тысяч рублей со своей банковской карты. По такой же схеме мошенники обманули и 46-летнего жителя республиканского центра. С его слов, неизвестный через сайт объявлений под предлогом продажи мобильного телефона завладел 62 тысячами рублей. Доверился также аферистам 44-летний житель Карачаевска. Неизвестный ему звонил с различных номеров под предлогом отмены всякого рода операций по попытке снятия денежных средств. В результате завладел 28 тысячами рублей. Как мы уже сообщали, с 1 сентября текущего года начнет действовать дачная амнистия 2.0. Законопроект был разработан при участии Росреестра и направлен на дальнейшее создание для граждан комфортных условий для регистрации прав на свою недвижимость. О нюансах дачной амнистии расскажет исполняющая обязанности начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Карачаево-Черкесии Тамара Казбекова. Планируется дачная амнистия, она рассмотрена Госдумой в третьем чтении, называется «Дачная амнистия 2.0», и ею будут внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Этот законопроект будет разработан при участии Росреестра, направлен на дальнейшее создание для граждан комфортных условий для регистрации прав на свою недвижимость. Безусловно, будут и изменения, которые затронут уже действующую дачную амнистию. То есть закон позволит решить проблему, когда люди не в силах легализовать и оформить свое жилье, построенное еще в советский период. Право собственности гражданин сможет подтвердить даже при отсутствии у него на руках правоустанавливающих документов.
То есть такие дома могут числиться учтенными в старых документах, в совхозных, колхозных учетах, в хозяйственных книгах, в бывших поселковых советах и также в органах БТИ. На сегодняшний день, конечно, этого недостаточно, чтобы зарегистрировать право в несудебном порядке, но с принятием этого законопроекта это значительно позволит упростить гражданам оформление. Команда школьников Карачаева-Черкесии борется за звание лучшей на просветительских играх, которые проводятся Российским обществом знания при поддержке Министерства просвещения страны. Целевая аудитория мероприятия – учащиеся 9-11 классов. Игры являются одним из наиболее масштабных просветительских проектов 2022 года, в котором уже приняли участие более 100 тысяч человек. Региональный этап игр прошел в апреле этого года. В заочном формате в нем приняло участие более 300 учащихся республики. По результатам регионального этапа были определены наиболее эрудированные, талантливые и готовые к реализации социально ориентированных проектов представители молодежи. В состав команды вошли 6 человек, набравшие наибольшее количество баллов. Финал игр проходит в эти дни в очном формате в павильоне «Россия. Моя история» на территории ВДНХ Москвы. В финале лучшие команды будут награждены ценными призами и подарками. В ауле Хабес прошла выставка-выводка лошадей кабардинской породы «Шагди-2022». Ежегодно она проходит в трех республиках – Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Из 21 участника выставки представители Рязанского научного института коневодства выбрали трех лучших жеребцов, которые примут участие в международной выставке в Санкт-Петербурге «Ипосфера-2022». Архызская сосна, которая уже без малого два века, снова борется за звание «Российское дерево года». Сосна обыкновенная, высотой 30 метров, растет на поляне Таулу в окрестностях села Архыз. Проголосовать за 200-летнее дерево можно на сайте Всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы» с 1 мая по 1 августа, рассказывает заместитель министра природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии Медина Баташева. Архызская сосна снова борется за звание «Российское дерево года». Проголосовать за 200-летнее дерево можно на сайте Всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы» по ссылке rosderevo.ru в период с 1 мая по 1 августа 2022 года. Сосна обыкновенная высотой 30 метров растет на поляне Таул в окрестностях села Архыз. Конкуренцию нашему дереву составляют 60 деревьев из различных регионов страны. Все деревья-участники занесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Мы призываем всех жителей Карачаева Черкесской Республики, патриотов и истинных ценителей, любителей родной природы принять участие в выборе российского дерева 2022 года. Номер архызской сосны на сайте для голосования 22. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева открылась фото-выставка выпускницы этого же вуза Саиды Евтых «Увлекательное путешествие», посвященное 55-летию Института культуры и искусств и 60-летию автора. Саида Евтых, кандидат педагогических наук, доцент кафедры изобразительного искусства и дизайна Института искусств Адыгейского госуниверситета, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников. Ее работы с успехом экспонировались в престижных выставочных залах, галереях и музеях Сербии, Болгарии, Македонии, Китая, Боснии и Герцеговины, Великобритании и Испании. По словам самой Саиды, эта выставка стала особенной, поскольку с университетом и Карачаевском у нее связано множество воспоминаний. Здесь живут ее друзья. Ее работы создавались в различных уголках мира. На них запечатлены люди, здания, природа, животные и предметы, то есть моменты жизни, через которые фотохудожница передала целые истории. Радио России, Карачаево-Черкесия, «Погода». По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь, град, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15-18 метров. Температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла, в горах местами плюс 6-11 и выше 3000 метров лавина опасна. В Черкесске кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, столбик термометра поднимется до 17 градусов выше нуля.
Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова. Вы слушали «Радио России. Карачаево-Черкесия». До новых встреч!